В Одессе погибла девушка, упав с 8-го этажа полиции. Ее молодой человек рассказал, что она пыталась сделать опасное селфи, оступилась и выпала из окна. Погибшей было всего 23 года. В Одессу она приехала из Харьковской области и жила на съемной квартире. А вот соседи говорят, пока девушка умирала возле дома, ее парень фотографировался на ее фоне. На месте происшествия побывала наш корреспондент Анна Городенцева. На асфальте следы крови. Сюда принесли траурные цветы. Сегодня ночью произошла трагедия. С 8-го этажа выпала 23-летняя девушка. По словам ее молодого человека, она пыталась сделать селфи, которое оказалось смертельным. Соседи говорят, за несколько минут до трагедии в квартире было неспокойно. Девушка явно скандалила с парнями, с которыми она делила съемную квартиру. Какой-то скандал у нее был перед этим. Вот она кричала, там что-то просила, не надо, что-то такого. Вот она ударилась в кондиционер, я мыла посуду, сняла решетку на окне, вот смотрю, она лежит, и эти повыбивали сразу. Сами парни от комментариев отказались. Что? Ну, расскажите, что было хотя бы. Как случилось? Но очевидцы говорят, их удивила реакция молодого человека погибшей. По их словам, он фотографировался возле девушки, которая умирала на асфальте. Он там тоже снимал на камеру. Такой любовник, он только пониже, да? Селфи там с ней не делал. Ужас какой-то. Телефон, з якого вона фотографувалася, вилучено та направлено до слідчого. На даний час проводиться перевірка, всі обставини встановлюються. Частина перша статті 115 – це умисне вбивство Кримінального кодексу України. Але і ведеться перевірка, і, можливо, буде перекваліфіковано як нещасний випадок. У неї ребенок там допомогли. Маленький ребенок вчора був. По словам соседей, погибшая девушка въехала в съемную квартиру недавно. В этой квартире, по их словам, вообще долго никто не задерживается. 10 лет назад уже была похожая трагедия. Именно из окна этой квартиры выпал мужчина. Анна Городенцева, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». По словам очевидцев, погибшая девушка упала с 8-го этажа полуобнаженной. Судя по ее страничкам в соцсетях, она действительно часто делала селфи. Также она много писала о неразделенной любви.